Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в растения против зомби-героя. Так, поехали дальше играть за зомбарей. Так, супермозг. Что у нас тут? Новое задание мы получили. Картофана нужно остановить. Так, и, наверное, мы с тобой возьмем для начала супермозг. Да? Поехали. Будем играть за него. Я так понимаю, мы с тобой встречаемся с бабахом. Он опять будет свои противные мины выставлять. Главное, чтобы не было никаких условий. Остальное меня устраивает все. Так, здесь, наверное, уберем. Да что ты будешь делать? Ну что вы мне даете вот такие вот... уже получше. Так, ход зомби. Ход зомби. Может быть, нам пропустить с тобой ход зомби-то? Поставить хочу, знаешь что? А, тут не хватит мне. Хотя почему не хватит? Все будет хорошо, смотри. Мы с тобой поставим сундук. А курицу можно будет влепить на этот сундук? Вот что меня интересует. Можно. Опачки. Легендарную карту получили. Он ничего не стал делать. Хм. Ладно. Так, а что у нас делаешь ты? При использовании... Около зомби. Так. Ну, давай попробуем. Около зомби, да? Это значит, нам нужно сделать вот так и вот так. Ух ты, что это? Если здесь находится зомби, получение телепорт. Хм. Ну, конечно же. Конечно же, начинает всякую дребудень делать. Получение телепорта, да, говорите? И что? А что дает нам этот телепорт? Непонятно. Так, ну я думаю, что нам нужно сделать с тобой вот такую вот штуку. Погнали. Мы уничтожим его. На-ка. Все. Опачки. Так, смотри-ка, смотри-ка, что мы тут... А телепорт во время этого хода вместо приемов можно разыграть зомби. Вытягивание карты. А вот это хорошо. Меня это устраивает. Так, еще один у нас зомбаренок. Так, он задумался. Виноградину гаденыш поставил, а? Ну ты жук. Ну ты жук, у нас с тобой, ну, мало энергии. Хотя мы можем, знаешь, что сделать? Вот так вот применить. Оу, зомби нам достался. Шикарно. Так, жалко, этого зомби, конечно, у нас уничтожат. Хотя, подожди. Ты смотри, что творит, а? Гаденыш, блин. Обменялись, короче, да? Остается только лишь курица у нас. Так, а если я сделаю, знаешь, каким образом? Блин, мало энергии, ладно, фиг с ним. Вот так вот сделаем. И вот так. Давай посмотрим. У него карт много, у этого бабаха. Он может минами здесь все обложить. По большому счету, да? Которые наносят по 3 единицы урона. Вот об этом я и говорил. Одну мину он поставил. Так. Но этого мы... Курица куда-то убежала, господи. Делаем тогда с тобой заморозку. Опачки. Нам еще одна лего выпала, прикинь. Так, ну что, мину эту уничтожаем, картофельную. В лицо, в лицо. Так, 11 хп у него остается. Как бы нам уничтожить вот эту вот клубнику? Знаешь, что я придумал? Хотя, подожди. Если я сделаю так, плюс бонусную атаку. Давай попробуем. Ух ты, нам повезло. Короче, если он его не уничтожит, а он, скорее всего, уничтожит мне. Блин, горелый. Ладно, вот так еще попробуем сделать. Так, я чувствую, у него будет колода состоять из фруктов.
Но он задумался. Так я и думал. Сейчас пойдет тут разнос. Наносит в лицо? Не-не-не, погоди. Фига они бомбят, эй! А как их остановить-то тогда? Блин, неужели? Оу, так, секунду. Значит, мы с тобой сделаем, наверное, вот так. Угу. И вытягивание карты. Ну, давай сюда поставим. Отлично. Короче, этого сносим и этого тоже сносим. Поехали. Так. 3-3. Минус клубника. И минус этот пройдоха тоже. У него 9 хп. Слушай, ну если он еще поставит таких вот клубничек, это будет беда для нас. Серьезно тебе говорю. Могу воспользоваться вот таким вот способом, друзья. Так, сейчас он всех закопает. И я, наверное, пропущу ход для того, чтобы посмотреть, что он будет делать. Кого он сейчас поставит? Ну что ты там долго думаешь, картошка? Ага, размещает горячку. Ладно, предположим. Она наносит 6 единиц урона. Не забываем об этом. Ну, виноградину ты зря, наверное, поставил. А вот это плохо. Орех, что он там еще делает? Плюс 4 к здоровью. Перемещает. Так. Угу. Ну что, мы можем с тобой сделать, в принципе, бонусную атаку. Вот так вот. Поехали. Зомби умирает. Так, этого мы уничтожаем. У него две карты. У него две карты. О, нам выпал пират. Угу. Давай, наверное, сюда его поставим. И сделаем вот так. У нас есть с тобой бонусная атака. Ну что он там? Росточек высадил. Зачем? Это тебе не поможет, парень. Росточек здесь вообще не в тему. Так, как нам быть? Ну давай, наверное, сделаем с тобой бонусную атаку. И поехали. Так, сюда. Чуть-чуть не хватает нам, а? Совсем капельку. Так, достали карту. Отбрасывает растения. Это эволюция у нас. Куда мы можем ее применить? В принципе, сюда. И убрать вот этот орех отсюда. А он сейчас опять его поставит, да? Да ладно, ничего не стал делать. А что ж случилось с тобой? Все, ребята, крышка ему. Замечательно. Первый бой у нас прошел великолепно. Переходим на следующий. Так, кто у нас тут будет? Давай-ка посмотрим. Опять же будем пока играть за супермозга. Блин, вспышка на солнце. Опять свои подсолнухи, наверное, будем, да, выставлять. Он же любитель. Так, ну в принципе, вот это вот можно поменять. И вот это поменять. Первого хода у нас с тобой не будет. Ход зомби. Пропускаем. Так, он тоже ничего не стал выставлять. Ну, ладно, погнали далее. Если я выставлю. Есть ли в этом толк? Ладно, пускай стоит. Хоть у него шкала, конечно, была не заполнена, но все равно. Опять никого не выставил. Вот это меня уже начинает напрягать.
Так, выставим, наверное, сюда вот этого вот зомбика, космонавта. 4-4 и 2-3. Так, он хочет хиляться, да? Ну ладно. Так, здоровье он себе восстановил. Мы можем с тобой сделать как? Выставить, например, вот этого зомби, да? И сделать еще добор. Я, наверное, так и сделаю. Убивает моего зомби. Так, минус один, минус один. А, он уничтожает меня на полностью. Нет, не уничтожил. А я сделаю добор. Неплохо. Поехали. Три в лицо ему. Шкала почти заполнилась. Угу. Что бы нам с тобой сделать? Давай, наверное, вот этого поставим сюда. Когда он погибает, друзья мои, он может... На его месте появляется другой зомби. Рандомно, опять же. А вот это плохо. Он будет хиляться. Хотя, знаешь... Нет, не получится, да? Не получится у нас с тобой сделать. Поменять. Ладно. Уничтожает он, короче, мне его. Плюс еще два шампиньона вставляет. Ах ты жулик. Причем на такие редки выставил, да? Где у меня нет зомбарей. Это все специально сделано, поверь мне. Угу. Так, давай мы с тобой сделаем, значит, такую штуку. Сюда поставим вот такого зомби. А сюда вот такого. Посмотрим. Блин, горелый. 3-3. Уничтожает зомби на земле. Все, надеюсь, на этом у тебя? У него все. Так, мы можем, в принципе, нанести бонусную атаку. И я, наверное, так и сделаю. Я так и сделаю. Я перемещу вот этого зомби вот сюда и вот так вот. Нормуль. Теперь давай бомбить. Так, в лицо получаем одну единицу урона. А этих всех шитиков мы с тобой уничтожаем. Ох-ох-ох-ох-ошечки. Так, выставим, наверное, мы с тобой. А давай вот так вот сделаем, да? 3-2. Мы можем с тобой еще сделать. Отбрасывает шампиньон этот, да? Ну давай его отбросим. Вот таким вот образом. Пускай уходит отсюда. И посмотрим, что он будет делать. Опять задумался. У него опять блок сработает, кстати. Ох, ё-моё, виноградина здесь вообще не в тему. Хитренько немножко он сделал, конечно. Ладно. Тут обменялись. Здесь мы виноград уничтожим. Так, три в лицо и еще два. Блок срабатывает, ну конечно же. Вот жучара. Смотри, что сделал. Так, ну здесь появятся зомби. И кто? Ага, 3-4. Вертолетик. Давай вот сюда поставим. И вытянем с тобой, наверное, карту. Как бы не сфейлиться нам, друзья. Уничтожает зомби, понятно. 4 единицы себе здоровья восстанавливает. Добором занимается, понятное дело. Так, ну мы атакуем. 5-6 в лицо он сейчас получит. Так, и вот так. И все, он остался без щитов. Но дополнительную энергию получает. Окей. Так, у нас есть амфибия. Мы ее, наверное, вот сюда поставим, да? И прочерк сюда влепим. Давай смотреть. Карт у него уже достаточно. У нас есть одно заклинание. А он уничтожает зомби на земле. Да ну, блин, да хорош. Опять? Да ты достал уже. Сколько ты там хилок? Опа, отличный зомби вышел у нас.
Давай сюда, наверное, зомби-астронавт разместим. Так, сколько он получит? 2, 4, 6, 7, 10. 10 урона. Иди тогда отсюда. Погнали. Раз, два. Так, у него остается там 3 хп, да? 3 хп. Мне, как ты понимаешь, ходить некем. Давай смотреть, что он сейчас будет делать. Ой, нет, 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 нет. Ну какого фикуса-то, блин. Ну ты посмотри, что делает, а. Ё-моё, он еще и выставил-то тут кого. Чё? Ну, ребята, это фейл. Офигеть. Это, друзья мои, фейл. Ну вот как вот можно играть с противником, когда у него вот такие вот карты. Да, держался до последнего, гаденыш, блин. Тут меня сейчас разнесет, конечно же. Вот шлепок, а. Ну, ребят, мне здесь абсолютно ничего уже не сделать. Меня здесь разнесут в хлам. Ты сам это должен понимать. Я могу, конечно, сделать бонусную. Блин, мне буквально чуть-чуть не хватает, представляешь? Мне чуть-чуть не хватает. Я ему нанесу всего 2 единицы урона. А меня все равно разнесут. Даже это вытягивание карт не поможет. Не-не-не-не, все, хана. Как вот так вот можно играть, а? Друзья мои, он проигрывал по всем канонам, по всем, блин. И в конце вытащил, и главное, не просто какую-нибудь карту, да, легендарную, а именно, которая заставляет все ряды. Ох, ё-моё. Так, я хотел вообще-то сыграть за другого, ладно. Еще разочек за супермозга, если не прокатит, будем менять. Убираем эту карту, убираем вот эту. В принципе, остальное меня устраивает. Ниндзя, так ниндзя, давай, начнем. Понравится ему 4 в лицо? Конечно же нет. Конечно же нет, у него есть что поставить. Я в этом нисколечко не сомневался. Сундук. Сундук пока еще нам рано применять. Но ты смотри, что творит, а. Че ты, не оборзел ли, а? Ребят, ну он оборзел просто в наглую, смотри. Выставил свои тюльпанчики, или что это, я не знаю, колокольчики. Ай-яй-яй. Так, можем с тобой сделать следующим образом, да? Вот так и вот так. Я хочу просто карту легендарную. Отлично, нам выпал медик. Блин, он еще получает 1 единицу энергии. Кровожадность, я думаю, не стоит здесь применять. Мы и так разберемся с ним. Так, у нас со здоровьем беда. Просто беда какая-то. Давай, наверное, сделаем с тобой... Нет. Мы сделаем, наверное, вот так лучше. И вот так. Ну, конечно. А, по мне, да, бомбанет? Естественно. Так, эту карту мы прибережем с тобой. Она нам еще пригодится. Так, тут обмен 100%. Вот с этим нужно разобраться. С этим нужно разобраться. Мы можем, в принципе, его заморозить. Давай сделаем вот так. Карту вытянем. Так. Прочерк. Прочерк я, наверное, ставить пока не буду. Да ты заколебал. Ну, ё-моё, ну. Чё, делаем заморозку, наверное, да? Выпала какая-то дребудень. Нам срочно нужно с тобой медика запускать. У него газонокосилка есть, не забывай об этом. Так, мы можем кого-то отрикошетить. А нужно ли это делать? Вряд ли. Так, если я поставлю сюда прочерк, а сюда вот так вот,
Посмотрим, что он будет делать. У нас, если что, есть отскок. Смотри, что творит, а. У него опять карт нету, но он сейчас начнет хиляться, да? Начнет хиляться, наверное. Делать добор, как всегда. Ну что, поехали. Этого уничтожим, этого тоже уничтожим. Но он себе восстановит полностью все здоровье. А у нас с тобой, как ты видишь, 9 хп всего лишь. И у него энергии будет побольше, чем у меня. Блин, мне нужен медик. Надеюсь, он его не подобьет своей газонокосилкой. Он просто его уничтожает. Вот уж шлепок, а. Ну ты посмотри, что творит. Угу, копатель. Давай сделаем, наверное, с тобой вот так вот. А этого-то пока рано вызывать. Колокольчик, да? Так, мы его можем, в принципе, что сделать? Так, тут шкалу мы убираем. Зомби-астронавт. Блин, зомби-астронавт. Ладно, разместим сюда. 3 в лицо сработает у нас с тобой защита. Так, что нам тут дают? Бонус на атаку я пока, наверное, не буду ее тратить. Угу. Ну что, можем с тобой, наверное, сделать вот так. Давай, 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 всех закапывай. И у нас... Опачки, опачки, ну ты посмотри. Ну, ребят, ну вот как вот это вот можно назвать, а? Ну как? Давай, наверное, мы с собой вот этого уничтожим. А кого-нибудь отбросить надо, да? Кого? Так, этих мы практически можем сами уничтожить. Вот этого, наверное, тогда откинем. Поехали. Так, здесь, конечно, потеряли. Так, и еще, да? По урончику получил. Так, этот отдуплился. Дают русалку. У него газонокосилка есть, я ведь знаю. Я ведь уверен в этом. Ну, давай сюда поставлю. И русалочку вот сюда. Поехали. Сейчас не дай боже опять поставить свою легендарку. Нет, он уничтожает зомби на земле. Ну, пускай тратит, ребят, свою, как бы... Ну, ты посмотри, ну, что творит, а? Ну, что я тебе могу сказать? Все, по-моему. Больше нам тут с тобой никак не сделать. Нанести бонусную атаку мы можем только лишь. У него сколько там? Одна карта. Конечно же, ну, здесь обмен. 2 получим с тобой в лицо. Так. Ага. Это бомбанет. У него одна карта, у нас вообще без карт все, ребята. Кого он сейчас поставит? Фиг его знает. Понятно все. Вот скажи мне на милость, вот смотря вот на игру, как можно играть, когда у него здесь легендарные карты? Причем не одна, не две, 3, 4 и более. А мне приходится играть просто обычными зомби. Обычные, у меня даже нет лег. Есть, но не за супермозга, к сожалению. Так, давай мы с тобой тогда выберем нашего разгрома. Надо будет только выбрать колоду нужную мне. Тут одна у меня для арены где-то сделанная. По-моему, вот это вот. Давай-ка я просто посмотрю. Так, ну, в принципе, друзья, вот эта вот колода вполне себе годная. Вполне себе годная. Хотя можно было бы, конечно, некоторые карты поменять. Только вот на что, пока не знаю. Оставим, наверное, с тобой так, как есть. Попробуем, ребят. Ну, это просто жесть. Что он там вытворяет, это, конечно,
люто. Так, подожди, я уже забыл, какая. Вот это вот, да, первая колода. Первая, выбираем ее и погнали. Офигеть, это второй только лишь бой. И мы уже с вами встряли. Я вот когда на арене дрался, ребят, там такие комбинации выставляют ребята, что просто уши заворачиваются. Мне даже зависть берет. Но у них как-то вот все, знаешь, четенько. Видимо, у них определенные колоды собраты, которые есть. Ну смотри, что он творит, а. Сразу свой тюльпанчик вызвал. Гадский, а. Ну что, мы можем с тобой сделать вот таким вот образом. Сделаем ему 1-1. Наносит 2 единицы урона. Опять же, на 1 единицу энергии у него становится круче. Мы с тобой еще получим урон в лицо. Угу. Так, вызовем с тобой вот этого чудика. Давай, тяни карту, тяни карту. Ух ты, это что тут у нас за карта такая? При появлении рикошет ландшафта и всех растений здесь. Ага. Ну давай вот так вот сделаем. Виноградина. Бумс, конечно же, должна бомбануть эта виноградина. Так, мы с тобой еще в 2 в лицо. У нас с тобой безумие. Так, ну с этим нужно разбираться. И мы начнем, да? Мы можем с тобой сделать вот так вот. Я не удивлюсь, если у тебя, конечно, будет газонокосилка. Нет, смотри, что творит. Ладно, у нас есть с тобой хилочка. Если что, мы можем захиляться. Можем поставить еще даже и безумие, чтобы уничтожить виноградину и, соответственно, еще и в лицо звездануть. Так. И еще разок. Вот это неплохо. Но я хочу, наверное, ребята, сделать вот так, вытянуть карту. Отлично, отлично. И вот так сделаем. Блин, нужно приберечь некоторые карты, потому что, ребята, у него будут легендарки, мы это знаем. Зубастизилы эти самые уничтожают зомби на земле. Ну кто бы удивился бы. Кто бы этому удивился. Че он там делает? 1-1 зомби, да, получает. Даже вообще уничтожил. Так. ХП у нас уже маловато. Надо, наверное, хильнуться. Хотя мы сделаем с тобой, наверное, вот так. Рикошет. У нас ландшафта пока нету. У нас пока с тобой нету рикошета, к сожалению. Че там зомби получает? -1, -1. Понятно. Смотри, смотри, что делает. Ведь 100% что-то у него в руке есть. Он бы так не стал бы просто распалять. Так, давай мы здесь вот атаку понизим. Поехали. Так, это уничтожаем. 4 в лицо. У него опять же срабатывает защита. И зомби получает -2, -2. На все-то у него, блин, есть ответ. Ну ты посмотри, а. Так, секунду. Мы сделаем, наверное, с тобой вот таким вот образом, да? И вот так. Сейчас зубастизилу свою влепит. Чувствую просто-напросто. Нет, наносит 5 единиц урона. Причем тратит вот в наглую. Одна карта осталась. Не боится ведь, а? Представляешь, он просто не боится. 10 хп, и ему хоть бы что. У него правильно, ребята, у него все заточено, судя по всему. Но если я поставлю сюда вот так вот. Вот твареныш, а, уничтожает. Естественно, а, нет. Ха. Удивительно. Так, наверное, мы с тобой еще хильнемся. Ну что, погнали. Так. Давай, давай, превращай его в кого-нибудь путевого. Блин, ну почему в рыцаря-то? Так, вот эту карту надо приберечь, наверное. Блин, он сейчас поставит эту, да, свою? Да ты, да достал ты уже, блин, а? Ну, серьезно говорю, ну... Ну, труба, ребят. Кого мне тут уничтожить? Морозника или вот здесь вот?
Давай вот это вот уничтожим. Хотя бы 4 в лицо ему дадим. Поехали. Нам сейчас тут навтыкают. Так, уничтожает растение. Ага. Блин, у него все равно защита сработает, ведь так? У него защита сработает, плюс бананы сейчас вылетят здесь. Есть! Фух! Наконец-то разобрались. Блин, гаденыш со своими этими кукурузами просто одолел уже. Так, победили. Ну что, двигаемся дальше. Опять у нас с вами картофан. Третья миссия, еще две впереди. Так, ну с картошкой вроде бы никаких условий нету. Ага, нету. Уже есть условия, друзья. Так, что-нибудь путевое там. Блин. Поехали. Значит так. Плохие новости, раб мой. То есть друг мой. Бабах начинает игру с двумя картофельными минами. Смотрите под ноги. Я тебя понял. Это мне... Четыре... Нет, это бесполезно. Так, мины. Что он будет делать с этими минами? Угу. Мы можем с тобой... Ну, одну, по крайней мере, обезвредить. Хотя он вряд ли даст. О, неплохая, кстати, карта. Поехали. Давай, давай, давай. Просто тупо обмен. Так, одна мина. Он купит карты. Опять что-то там затеял. Она наносит 3 единицы урона, да? Поэтому... Давай, наверное, мы с тобой вот так вот сделаем. Отлично. Обожаю вот этих всяких спортсменов, да? Которые вытягивают карты. Ага. Значит, ты хочешь что-то с ним сделать. А что? Так, 4 или меньше, да? Мы можем уничтожить с тобой. 4 или меньше. Я этого могу уничтожить. Но я вначале призову сюда Йети. Карту, карту, карту тяни. Отлично, кошатница. Ну, правда, немножко она не в тему здесь мне. А вот эту ягоду нужно уничтожить. Он же, ребят, наверняка будет... Блин. Он же наверняка будет здесь фруктовых своих этих вызывать, да? Миксы, фигиксы. Ну, ты понял, о чем я. Бедный Йети. Бедный, бедный Йети. Уничтожили тебя, к сожалению. Так, ну что? При появлении сверху, перемещение в воду и получение 1-1. Окей. Сделаем тогда с тобой так. Нам нужно вот это вот оставить одну. То есть за 3 энергии я могу вот это вот вызвать. Давай тяни карту. Угу. Стоимость на 2 меньше. Ну, он бесплатно нам обходится, поэтому выставляем. Давайте, ребята, глянем, что он сейчас будет делать. Этого я хочу уничтожить вот этим заклинанием. Главное, чтобы он его не прапал. Да блин! Ты сейчас смотри, что творит, а? Фига ты мин там нахапал, эй! Хорек! Так, этот у нас в воду уходит. Бульк, молодец. Так, а вот это, наверное, мы все-таки давай с собой уничтожим. А то еще двоих тут не хватало. Ну, а здесь, конечно же, обмен. Лютый. 3 в лицо он получит. Давай, водолазик, бомби. Олимпийский плавун. Ага. Слушай, мы можем с тобой вот так вот сделать. Это же орех, получается, да, как бы? Мы должны уничтожить его. Плюс ко всему прочему, я могу позвать себе вот этого вот киборга. И кошатницу. Ну, пока вот так вот. Этот орех мы с тобой уничтожим. Ну, я его назову орехом. На самом деле, я не знаю, что это. Вишня? Ай-яй-яй, кому этому зарядит, да? Понятно. Ну, мы с тобой получаем робота 5-5. Вот он. Давай вот этого, пожалуйста, убери. Отлично.
Ух ты, 4-5 стало. Слушай, сейчас мы ему тут наваляем. 2. Так, 4. И еще 3. 8 хп остается у него. Так, мы еще можем с тобой, знаешь, что сделать? 2-2. И ко всему прочему поставить вот этого вот робота. И что же он сейчас будет делать? Опять леги свои включать? А он может. Ага, понятно, минус призрак. Минус водолаз олимпийский. Так, ну что, получается, он получит 3 в лицо только пока. А, 3, 1 единицу урона, потому что у него сработает сейчас блокировка. Восстанавливает здоровье, 2-6, перемещает, понятно. Вот так он сделал, да? 3 карты всего лишь у него. Так, мы можем с тобой запустить сюда. Вот так. Вытягивай карту. Оу, слушай, неплохая карта. И у нас есть с тобой еще ландшафт. Он нам дает... Ага, 3 к атаке. Ох, всех, да? Ну ты жучара, а? Давай-ка так сделаем. Минус 1 к атаке. И вот сюда я, наверное, поставлю еще ландшафт. Для будущего, так сказать. Значит, у него 3 карты и у нас. Опачки. Кое-что, ребята, у нас наклевывается. Смотри, мы сделаем сюда и сюда. Получаем неуязвимость. Посмотрим. Ну, у него, конечно, есть уничтожить зомби. Там всякие груши. Или еще что-нибудь. Но именно, если будут зомби стрелять, мы с вами ничего не получим. Виноградина получает 1 единицу урона, ему еще надо нанести. И, ребята, он будет готов. Угу. Предлагаю сделать вот так и вот так. Ну-ка. Что он там затеет сейчас? Почему-то у нас вот этот зомби... Да иди ты нафиг, ё-моё, ну ты достал, а? Вот об этом я и говорю, друзья. Ну это... Разве это справедливо? Смотри, что происходит. Я офигею. Виноградины какие-то до конца ждал, да? Терпел, так скажем. Так, сожрем у него энергию сейчас. Угу, 1 единичку съели. Ну, придется так делать. 1 единицу урона. Ты понимаешь, если бы у меня была бы какая-то там вишня, бомбежка, я бы ее напрямую бы просто сделал бы. Наносит 5 единиц урона зомби. Понятно. Так, кому? Кому тут? А все, ребята, ему крышка в любом случае. Ха-ха-ха, наконец-то. 6 в лицо получим мы с тобой, да? Потому что мы уничтожим эту виноградину. И 3 пробьет у меня вот этот вот. Ну, смысла нету, ребята, можно и этому понизить. Короче, он проиграл. Нам в лицо, конечно же, летит. Окей, и все. Да, виноград это, конечно, люто, на самом деле. 6 урона наносит зомби, да еще и потом в лицо. Но, тем не менее, справились. Так, ну что же, у нас с вами кто сейчас будет? Давай-ка мы посмотрим. Капитан Огонек, ореховое чудо-юдо. Я его так называю, потому что он все время на орехах на своих тут пляшет. Так, в принципе... Ну, неплохо, я считаю, неплохо. У нас есть и заклинание, у нас есть и призыв. Начнем, пожалуй, потихоньку. Угу, зомби. Неуязвимость. Так, антигерой, блин, получим сейчас 3 в лицо. Ладно, фиг с ним, 3 в лицо, так 3 в лицо. Сюда поставим с тобой зомби. А, погоди-ка, зомби. Нам поставить с тобой некого. Твою ж налево.
Получаем 6 в лицо. Нет, парень, получаем намного больше. Мы с тобой получим намного больше урона. Посмотри, 8. А вот это люто. У нас есть, ага, есть. Хотел сказать, у нас есть с тобой медик. Нет у нас никакого медика. Давай. Неуязвимость, насколько я помню. Да ты заколебал, эй. Что у нас получается? 3, 4, 7 в лицо. Блин, офигеть. Ага. Хиляемся, конечно же. Первую голову, друзья мои. Так, этого паршивца уничтожаем. Так, теперь нужно за капусту как-то браться. Этого можно уничтожить за... Нет, не стоит так делать. Я придумал кое-что. Или погоди. А, другого варианта все равно нету, да, получается. Давай вот этого уберем. О-хо-хо-хо-хо. Конечно же, этого хмыреныша выкопал же где-то. Все равно 6 в лицо, да, получим? Какая-то неизбежность просто-напросто. 5 хп у нас с тобой. Ну, я могу сейчас, конечно, хильнуться. Успеть. У нас с тобой 9 здоровья. У него 3 карты. Ага. Ну, в принципе, он немного-то выиграл, да? Атака та же самая осталась. Единственное, что он мне уничтожит вот эту карту и вот эту вот. А в остальном остается только один зомби. Че он делает? Атаку повышает? Гаденыш, а? Но этого я уничтожу. У нас есть вот это вот заклинание на ландшафте. Так, нам еще и привидение выпало. Тогда мы с тобой сделаем. Так, 3 штуки, да, нам нужно сохранить. Блин, у меня какие-то все дорогие. Все дорогущие. Давай, наверное, поставим с тобой вот так. Спортсмен. Все, ребят, пропускаем ход. Наносит 3... Ага, правильно сделал. Он, наверное, не догадывается. Так, вот это, конечно, вредный. Он не догадывается, что у нас вот такая штука есть. Ну ладно, 1 единицу урона в лицо. У нас с тобой защита срабатывает. И мы получаем с тобой безумие. Безумие я, наверное, сюда поставлю. Авансом. Этого, нет, не получится уничтожить, да? Он 2-2 становится. Мы с тобой сделаем, смотри. У нас есть спортсмен. Ставим сюда. Блин, надо было вначале вот этого выставить. Поспешил я тут, конечно, поспешил. И привидение. Давай, 1-1, делай ему. Смотрим, друзья, 2 карты у него всего. Ну это что, ну вот как это назвать, а? Ребят. Ну ты видишь, да, почему я переживаю. Бумс. Как-то нужно продержаться, ребята. Оу. Слушай, вот эта карта неплоха. Эта карта неплоха. Но мы лучше вот так вот сделаем с тобой. Неуязвимость плюс вот этого вот вампиреныша сюда влепим. Так, этого мы не убьем винограда, поэтому он в лицо нам не зарядит. А вот то, что начинает защищаться, это понятно, ребята. Начинает защиту свою тут делать. Так, у него сработает еще защита, не забывай. Дополнительную карту получит. Угу. Тут обмен тупо. Наносит бонусную атаку. Да ты, блин! Он последнюю карту потратил, прикинь? Он не испугался? Так, ну что, я предлагаю... Я надеюсь на то, что у него, друзья мои, нету карты, которая может уничтожить вот этого вот сфинкса, да? У нас с тобой здоровье не может упасть ниже 1 единицы. Все, ему крышка. Даже если бы виноград выстрелил, мы бы не погибли, потому что вот этот вот сфинкс не дал бы нам. У нас минус... Короче, мы не смогли бы помереть. 1 единичка хп все равно оставалась бы. До тех пор, пока он у нас здесь присутствует. Ну что же. Последний бой. Так, и это у нас картофан будет.
Ну что, разгромчик, надеюсь, ты меня не подведешь. Слушай, ну мы с тобой зависли на каком? На втором бое, да? Дольше всего. Да ё-моё. Так, поменяем вот это, наверное. Блин, йети. Нет, оставлю я его. Друзья мои, вот это вот бесявая кактус. Взрывной картофан вернулся с друзьями. Он начинает игру с картофельной миной и опунцией. Я очень рад. Я должен уничтожить вот эту вот дребудень. А точно ли я должен? Она же все равно не атакует пока. Пропустим. Пока пропустим. Угу. Смотри, что мы с тобой сейчас делаем. Мы с тобой вон ту вон минку уничтожим. Ага. Так, и что получает? Плюс 4 к здоровью? Понятно. Уничтожает мне, да, привидение? Да ладно, фикси, мне не жалко. Так, что дальше мы с тобой затеем? Наверное, я поставлю сюда вот так. Ух, слушай, ну неплохо. Будем помещать ее в воду? Давай, пускай будет. Я знаю, ребята, что она могла бы перенять здоровье и атаку любого из зомби, но мне как можно больше урона нужно нанести. Итого получаем мы 4 в лицо, да, ему? На, и еще получи. Он что-то молчит, ничего не делает, ребят, не знаю почему. Затихарился. Так, йети, давай карту хорошую вытяни. Ну, блин, ну... Ну, почему куриные бега? 2 единицы... Опа! А, друзья мои, это плохо. Надо его уничтожать быстрее. Мы это знаем, что он будет делать. Что он там? Наносит 3 единицы урона зомби. Почему-то не йети. Так, йети улетел. Ага. Но это опасно. Все равно я сделаю так. И вот так. Сейчас, если он поставит вторую клубнику и применит заклинание, они начнут плясать здесь. Началось, да? Давай, 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 уничтожаем его. Шикарно. Так, стоит ли применять? Слушай, я... Блин, я не знаю. Нет, наверное, пока не буду. Не вижу пока смысла. Ребята, может быть, кто-нибудь еще получше здесь выйдет, и нам придется с тобой воспользоваться этим моментом. Так, призвать йети или же 6 энергии, да? 4 и 2. 4 и 2. Да, у нас получается, мы можем вызвать йети. Угу, спасибо. И сделать вот так вот. А, сюда не делается. Жаль. Я думал, что сделаем из него 4-5. Опять задумался, опять. Так, еще одна виноградина. Минус зомби. Орех влепил. Блин, йети, мы тебя теряем. Прикрылся орехами, еще какой-то всякой ерундой, да? Че можем влепить сюда? Так, при нанесении урона растению герой наносит 3 единицы случайному растению. Случайному растению. Давай вот так, наверное, лучше сделаем. Мы потом с тобой, если что, применим куриные бега. Сейчас посмотрим, кого он поставит. Ага. Блин, 3 единицы урона. Сейчас бомбанет. Этого ханурика надо убирать отсюда. Зная эти клубнички. Фиговы. Так, получаем с тобой 4 в лицо. Так, куриные бега у нас с тобой, в принципе, наготове, да? Они стоят 4 энергии, поэтому... Наверное, мы сделаем с тобой... Вот так вот. Хильнемся. И пропустим ход.
Так, посмотрим, кого он... Вы... Ты что, ну ты издеваешься, что ли? Я не пойму, блин. Всех под откос, ребята. Всех под откос, понимаешь? Ну что же, мы получим с тобой сейчас 6 в лицо. Но у нас сработает защита. Безумие, это, конечно, все хорошо. Эволюция. А вот это уже классно, ребята. Значит, мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Вот так, и пошел ты отсюда. Ну я, знаешь, ребят, я не сомневаюсь, что у него еще есть одна кукуруза. А может быть даже две или три. Они же нечестно играют всегда. По несколько там легендарок у них в кармане. Так, мы можем с тобой сделать безумие. Нет, или же лучше нам плюс один, плюс один. Давай так сделаем. Так, этот орех уничтожим и по нам зарядят три в лицо. Ну, предположим. Так, дальше мы можем с тобой призвать зомби с неуязвимостью. Сделать вот так. И сделать вот так. Сейчас какую-нибудь легу позовет. Сейчас призовет что-нибудь такое. Я вот не сомневаюсь. Я жду, жду. Так, у него мину гад поставил, а? Да он сейчас может вот здесь везде мин понаставить и все. Так, наносит 5 единиц урона. Жук. Орех, прикрыл орехом здесь. Свою задницу орехом прикрыл. Так, ну, здесь все понятно, ребята. Мы можем с вами что здесь сделать? Да ничего. Безумие вообще нам не поможет здесь никак. Поэтому давай просто бомбить. Не тут-то было. Пока, поливальщик. Мы будем по тебе скучать. Ага. Ну давай я вот сюда поставлю. Ох, как ему не понравится эта карта. Сейчас что-нибудь, вот сейчас что-нибудь выбросит. Наносит 4... всем, да? Вот жук. Ты посмотри, у него карта практически не осталась. Одна карта. Давай ему хотя бы... Блин, что я сделал? Я думал... Ай, тупанул. Господи, три в лицо. Надо было сюда ставить. Ё-моё. Призрак. Ну давай. Ребята, у него карты есть. Наносит 5. Да ты достал уже, а? Все, смотри, он все последний свой тратит. Хон зомби. Мне нечего сделать, 2 в лицо получим. Так, у меня 6 хп, у него 7. Ох ты, медик нам выпал. Давай, конечно, лечиться. Но ты смотри, что творит, а? Так, мы можем сюда с тобой поставить безумие. Почему не ставится? Ага, 3-5. Мы уничтожаем этого. И в лицо, да? Трешечку. Ну, естественно, у него защита срабатывает. А что у него там за карта может быть? Я забыл, друзья мои, что там может быть. На земле, что ли, там получает? Или перемещает он? Не помню, если честно. 7 хп. То есть здесь и поблизости. Ну ты понял, да? Он применил вишню. Так, мне опять дают амфибию. Я выставляю сюда, ребят, ну. 3 карты, у него преимущество передо мной. О-хо-хо, нет, 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 ребят, ну только не это, блин. А почему у меня блок не сработал? Ага. Блин, горелый, давай так сделаем. Задумался, да? По кому? А, по водяному. По водяному он бомбит, ребята. У нас с вами сработает сейчас
Защита, что там нам выпадет? Слушай, тогда ему крышка. Ему, друзья мои, кранты. Е! Ох, господи ты, боже мой. Хорошая, хорошая была игра, напряженная, по крайней мере для меня. Не знаю, как вам там, с другой стороны экрана. Но мне лично напряжно. Главное, что мы с вами прошли. И мы переходим на территорию травяного кулака, который ждет ответного удара. Ну что ж, друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!